Красивый восход. Восходом, конечно. Но после вчерашней метели, вы видели видео, где я бабушку... Бабушку заводила, она вся снежная у нас бабка была. Ну а теперь надо сегодня откопать. Я-то ее вывела, но дорога все равно плохая. Надо покопать. Вот так и всю зиму трудимся. Эта зима красивая, снежная, приятная. Сегодня, правда, мороз в районе 15 градусов. Ну, такой средний ветер, нормально. Но вчера мело конкретно. Просто такая метель была. Девочки как раз были на тренировке и, как всегда, привезли с собой метель. Притом такую конкретно снежную. Поэтому сегодня немножко покопаем. Отберем у чука грелку, приложим к спинке, чтобы несчастные мышцы выдерживали нагрузку. Что-то я как-то косо прокопала. Вон Ириска уже гуляет и уже требует, чтобы я тазик с едой принесла. Стоят с Леликом, бубукают вдвоем. Копаем дальше. Чтобы бабке была возможность пройти. Да, бабло. Ну, хоть снег легкий и пушистый. Правда, блин, тяжело все равно. Сегодня такие из деревни. Кто-то утром застрял, думал проскочит. Но там сильные наметы просто. Нет, бывало, конечно, и больше. Вот, кусочек готов еще. Топаем дальше. Шо ты бубухкаешь? Бабульки уже усы замерзли. Ща я до тебя докопаюсь. Никогда одной рукой не получается нормально это двинуть. Бабо. Кстати, высокие сапоги у меня есть. Просто вчера с девчонками тренировались. Метель началась, когда мы были в манеже. И пока мы занимались, все замело. Поэтому я вчера нагребла. Так что у меня есть высокие сапоги. Даже можно, ну типа, чтобы снег не попадал. Но он все равно попадает. Барсик, тебе не холодно? Поэтому копаем.